Дежурная смена анапского аварийно-спасательного отряда «Кубань-Спас» на учебно-тренировочном занятии. Сегодня здесь, по легенде, отрабатывают чрезвычайную ситуацию, в которой человек, сорвавшись с крыши, был завален строительными обломками. Такие тренировки здесь происходят ежедневно. Павел Российский работает спасателем вот уже почти 20 лет. За его плечами несколько сотен спасенных жизней. Имея богатейший опыт проведения специальных операций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказания помощи пострадавшим людям, сегодня он обучает молодых бойцов. За два десятка лет работы все навыки доведены до автоматизма. Имеет заслуженные награды. В обычной жизни примерный семьянин, воспитывает троих детей. Его многолетняя практика спасения людей показывает, что большинство пострадавших попадает в беду по собственной невнимательности и безответственности. Основной проблемой людей, попадающих в беду, это является их самоуверенность в себе. Они думают, что это не с ними. Прогуливаясь по набережной, например, смотрят на скалу визуально, можно в нее подняться, пытаются подниматься, упираются в какую-то преграду. Дальше подняться не могут, оборачиваются назад, а назад уже пути нет. Вызывают спасателей, спасатели при помощи альпснаряжения достают их в ночное время суток, в дневное, в любое время. На службе Павел имеет непререкаемый авторитет. Делится с коллегами навыками работы, как действовать в самых непредвиденных ситуациях. Ведь от быстроты и правильности принятия решения может зависеть чья-то жизнь. 9 лет уже здесь работаю. Пришел когда на службу. Павел Российский постарался в том, чтобы воспитать, обучить чему-то, показать. Теория, практика. Ну и, в принципе, большинство спасателей этого отряда за счет него и научились всему тому, чему мы сейчас умеем делать. Работаем совместно порядка 20 лет. Зарекомендовал себя как грамотный специалист, толковый спасатель, человек, знающий свое дело. А как о человеке могу еще сказать, что это надежный товарищ. Это именно про этих людей говорят, что с такими можно идти в разведку. Щедро делится своими знаниями с поступающим молодым поколением. Учит, у него есть чему поучиться. Спасатель высокого класса, надежный товарищ. Павел Российский уверен, главное в работе спасателя – умение сохранять положительный настрой, быть выносливым и морально, и физически. И тогда даже такая сложная работа будет оставаться делом всей жизни. Руслан Душевский, Анапа, регион.